Сегодня на базе 31-й школы будет проходить очередной конкурс «Золотой ролик 2015». Сейчас у нас погода, слава богу, налаживается. Все больше и больше детей у нас не только на велосипедах, но также и на роликовых коньках катаются. И, к сожалению, дети не всегда внимательны. То есть не всегда достаточный уровень катания, не всегда знают, к сожалению, дети правила дорожного движения, основы безопасности именно вот при катании на роликовых коньках. Вообще госавтоинспекция, конечно, рекомендует кататься на роликовых коньках на специально отведенных территориях. Парки, скверы, то есть те места, где действительно не ездит транспорт, где дети будут в полной безопасности. Ну и обязательно, конечно, чтобы детей контролировали их родители. И опять же, обязательно, чтобы родители не ленились, покупали защиту для детей. Это шлемы, наколенники, налокотники, чтобы дети были целые и невредимы. Вот этот конкурс обучает детей кататься и как бы развиваться для самого себя. Для меня было самое сложное – это квадрат. Почему? Ну, там слишком маленькое расстояние, чтобы проехать его. Роллеры сегодня, они вот представляют фигурное вождение на роликах, теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, и у них также будет защита социального плаката, призывающего роллеров соблюдать правила дорожного движения. Ну, в основном, конечно, дети плохо катаются, то есть они считают, что прокатиться, как бы не соблюдая правила дорожного движения, да, это здорово во дворе. Вот, а мы же их призываем к тому, что нужно ездить с защитой, да, со шлемом, с налокотниками, с наколенниками, да, то есть по безопасности соблюдая именно и призывая к соблюдению правил дорожного движения.